Сегодня Академия футбольного клуба «Краснодар» открывает новый 19-й по счету манеж для наших детей в территории Краснодарского края. Это типовой манеж, в котором мы создали все условия для воспитания юных футболистов для нашего основного состава футбольного клуба «Краснодар». Это типовой манеж, который позволит круглогодично готовить наших юных футболистов. И здесь хорошие условия не только для детей, но и для родителей, которые будут наблюдать тренировочный процесс. Очень большая радость и большое событие для детей всего нашего микрорайона. У деток есть возможность в шаговой доступности добираться и заниматься таким замечательным видом спорта. Футбол очень популярен у нас в городе особенно. И детки с большим удовольствием и болеют за команду, и, конечно, ходят. Манеж очень просторный, очень свободный, очень светлый. И я думаю, что дети будут с большим удовольствием здесь заниматься. В таких условиях легче тренироваться, легче прогрессировать. Здесь, в принципе, есть тренера, которые могут дать что-то юным игрокам. Эти условия, эти манежи, которые строятся, они забирают детей с улиц. Они время проводят не просто так на улице, а тренируясь, прогрессируют.